Знаменитое фото известнейшего физика теперь украшает подпорную стену. Только Эйнштейн показывает язык, ловко орудуя кистью. Авторы шедевра – мастера стрит-арта из Беларуси Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. Это не первая работа художников в Сочи. Благодаря им на стене одного из зданий в центре курорта появился кадр из фильма «Приключения Шурика». У Морпорта – группа «Битлз», на пляже «Маяк» – портрет Жака Ива Кусто. На курортном проспекте также красуется и Остап Бендер. А с пятиэтажки на Чайковского смотрит на всех Леонид Быков. Теперь всем желающим сфотографироваться с Эйнштейном не надо мечтать о машине времени. Нобелевский лауреат всегда на улице Горького.